Итак, чистим кнопки. Вот эти кнопки плохо работают. Как почистить без ее вскрытия? Берем шприц, вот, допустим, вот этот вот. И вот, наполним спиртом. И, соответственно, заливаем это место. Так вот. Вот. Далее теперь, соответственно, эту кнопку надо многократно понажимать, для того, чтобы спирт туда проник и разъел нам грязь. Вот так вот. Лучше всего шприц наполнен керосином. Он работает лучше. Проникая внутрь, разъедает грязь, которая там в мембране, плохой контакт спирт, и восстанавливает контакт. В общем, так вот. Ну, если что. И так, в общем, делается, пока не высохнет. Немного подождать, потом понажимать, чтобы проник. Все, в общем, всем всего доброго, ждите, но увидим, пока.